Час смелых. Под такой назвой у Гомелі пройшов первый областный взлет молодежных отрядов аховы правопорядку. У программе мероприемства наведывание войсковой части 55-25, открытый диалог с представниками силовых и правоохранных ведомств и отпрацовка надзвичайных ситуаций. Наш корреспондент Вероника Хамзюкова познайомилася с удельниками взлету. У центрі безпеки ліцея МН собралися амаль 100 дівчин і хлопців. Гетеї юнаки і дівчата кожен день виходять патрулювати вулиці своїх городов. Зараз їм розповідають об безпечних поводинах. Что робить при пожаре або на вольнице, как поводить себе на градских болотах и как допомогчи потерпелому. На это и другие вопросы сотрудники МНС рассказали удельникам взлету. Многие из хлопчиков и девчонок с подобными ситуациями уже сутыкались на практике. Многие выполняют роль дружинников. Яны патрулюют в улице разом с милицией, помогают оживлять пропускный режим на мероприемствах и святах. С этой метой представники Гомельской области працавали на славянском базаре и других европейских гульнях. Для меня лично это возможность заниматься тем, что мне нравится, потому что всю жизнь я хотел стать военным и поступить в высшее военное училище, но, к сожалению, не сложилось, а через молодежный отряд я могу заниматься тем, чем хотел заниматься всю жизнь. Это понятно, что я не буду нести какую-то срочную службу, но что-то подобное и то, что ближе к сердцу, близко к сердцу, получится реализовать. И получается реализовать. Особный блок программы «Злёту» – открытый диалог. Своим житевым опытом и вспоминами поделились ветераны Великой Айчинной войны и воины-интернационалисты. Молодь не упустила и махчимости задать пытания представникам управления внутренних справ и областного военкомата. Змены у законодавстве, якія тышатся службы, особливо цікавили молодых людей. До речи, познайомиться с армейским житем удельники «Злёту» смогли у войсковой части 55-25. Тут им продемонстрировали разборку и сборку зброи и работу саперной службы. Для ребят мы предлагаем на протяжении дня много-много всяких интересных экскурсий. В данный момент мы находимся в лицее МЧС. Здесь мы ребятам предложили показательное выступление тех курсантов, которые обучаются здесь. То есть сегодняшний форум – это как задел к дальнейшей работе по деятельности молодежных отрядов охраны правопорядка. Зараз у радах молодежных отрядов аховы правопорядку нашей области каля 3000 человек. Сярод их и школьники, и студенты. Усе яны занимаются профилактичной работой сярод одногодков. Организаторы взлету сподяются, что гэты форум подштурхне его удельников до проведения подобных сустреч у райцентрах в области. Вероника Гамзюкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».